Это время новостей. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Стоит задача, поставленная руководством страны, президентом Российской Федерации по реализации второго этапа, второй очереди до 1 мая 2016 года, обеспечение перетоков еще 400 мегаватт. Электричество для полуострова в Крым. С визитом прибыл министр энергетики России Александр Новак. Включили грязелечебницу Майнаки в список приоритетных проектов. Она включена, согласована. Фабрика здоровья в Евпатории планирует восстановить уникальную грязелечебницу Майнаки. Вода на вес золота. Люди в поселке Золотое поле больше месяца обходились только за счет привозной воды. Решилась ли это острая проблема, выясняли наши корреспонденты. В Крым с рабочим визитом прибыл министр энергетики России Александр Новак. В аэропорту Симферополь его встретил глава республики Сергей Аксенов. Находясь на полуострове, Александр Новак провел совещание, темой которого стало строительство энергомоста и обеспечение надежным электроснабжением жителей Крыма. Министр отметил, программа энергоснабжения республики будет базироваться исключительно на собственной генерации и перетоках с материковой части России. Для реализации такой задачи уже в сентябре 2017 года будет построена первая электростанция недалеко от Севастополя на 470 мегаватт. Такую же станцию построят и возле крымской столицы к марту 2018 года. Стоит задача, поставленная руководством страны, президентом Российской Федерации по реализации второго этапа, второй очереди до 1 мая 2016 года, обеспечение перетоков еще 400 мегаватт, что позволит, в принципе, в полном объеме обеспечить потребности, которые складываются на сегодняшний момент в потреблении крымской энергосистемы. В свою очередь Сергей Аксенов отметил, что ситуация с обеспечением Крыма электроэнергией стабильная, а все работы по подготовке к запуску второй линии энергомоста идут согласно срокам. Никаких угроз их срыва не существует. Все работы, которые должны были выполнить крымчане, идут согласно графика. В данном случае они синхронизированы с теми работами, которые выполняются с материковой части Российской Федерации. И газопровод, и энергомост строится, ну и вы сами сегодня видели, убедились, и мы в том числе, то есть как бы с точки зрения визуального наблюдения, уже там следим за сроками выполнения работ, идут, я считаю, что согласно графику, согласно расписанию. Подробности визита министра энергетики Российской Федерации в Крым смотрите в следующих выпусках. По поручению главы республики межведомственными группами оперативного штаба по ликвидации ЧС была проверена работа всех муниципальных штабов полуострова. Все муниципальные штабы с поручениями главы республики были выполнены в полном объеме. Недостатки, которые были выявлены на месте, были устранены. Крымчане могут спать спокойно. Напомним, инспектирование взаимодействия региональных штабов с республиканским показало ряд недостатков, таких как отсутствие четкой системы оповещения, а также сведений о количестве социально важных объектов и необходимых инструкций. Однако вышеперечисленные и иные проблемы были вовремя ликвидированы уполномоченными штаба. В Симферополе ученые Крымской академии наук, профессора медицинской академии Крымского федерального университета представили главе республики Сергею Аксенову свои научные проекты. Они касаются развития санаторно-курортной отрасли, АПК, улучшения состояния крымских лесов и почв, увеличения объемов воды в водоемах. Ученые предложили конкретные пути реализации своих идей. Нужно вернуть программу гипсования почв, которая в Крыму работала всю жизнь, но ровно 6 лет не работает. И мы каждый год 50, 80, 80, даже 2000 гектар восстанавливали почв таким путем. Это программа подъемная для Крыма. Глава республики поддержал проекты крымских ученых и отметил, что готов сотрудничать с ними. Задуманное помогут реализовать профильные специалисты. Сергей Аксенов добавил, что лучшие профессора должны оставаться в Крыму. Сейчас, в период развития молодой республики, они нужны как никогда. Поддерживаю предложение коллег, поддерживаю в том плане, что вы направляете все обобщите вот полностью все направки. Мой адрес, мы с вами встретимся. Это рабочие группы, создадим, которые отработают изначально, первоначальной стадии, то есть в этих проектах. Нужно не работать зашоренно. Вот физики знают свое, медики знают свое, аграрии знают свое, а вроде бы как-то административно связано. Это совершенно неправильно. Совершенно неправильно. Правильно, когда будут центры, и об этом говорил Владимир Владимирович Путин, центры коллективного пользования. Когда есть взаимосвязь, функциональная взаимосвязь.
На сравнительно небольшой территории полуострова проживает около 175 разных народов. И все они два года назад поддержали воссоединение Крыма с Россией. В многонациональной республике особое внимание уделяется согласию и развитию межконфессиональных отношений. Наш телеканал продолжает цикл материалов о главных достижениях молодой Российской Республики. В сегодняшнем сюжете о положительных изменениях в межнациональных отношениях на полуострове. В апреле 2014 года президент страны Владимир Путин подписал указ о реабилитации народов, пострадавших во время депортации. В Крыму уже принимаются меры для реализации национально-культурного и духовного возрождения армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов. В этом году уже будет сдана первая очередь строительства мемориального комплекса, посвященная реабилитированным народам. Сама концепция мемориального комплекса поставлена таким образом, что от скорби к возрождению будет возможно ознакомиться и с фрагментами инсталляции, и в целом со всем проектом. 162 семьи из числа реабилитированных обеспечены собственным жильем. Вводится в эксплуатацию многоквартирный дом еще для 90 семей. 2000 граждан Симферопольского района, проживающие в массивах, на территории которых отсутствует центральное водоснабжение, обеспечены питьевой водой. С целью завершения строительства индивидуального жилья 55 семьям оказана единовременная материальная помощь в сумме 7 миллионов рублей. Практически решена проблема полян протеста. После создания электронной базы мы, по сути дела, защитили крымчан от всевозможных злоупотреблений, которые сопровождали все последние 10 лет с момента появления полян протеста в истории Крыма. Проведена колоссальная работа, сейчас формируется реестр, и, естественно, все те, которые находятся в реестре, обязательно получат земельные участки. В несколько раз увеличена квота на хадж для крымских мусульман. 322 паломника посетили святые места в этом году, когда, как при украинской власти, их число не превышало 80. Многие национальные праздники стали общекрымскими. Это армянский Вардавар, греческий Панаир и настоящий многонациональный праздник Хыдырлез. Наши планы на будущее развивать межнациональные отношения тем, чтобы как раз-таки через практические мероприятия, через непосредственно взаимодействие с национально-культурными обществами, с религиозными деятелями, на практике показывать, что Крым – территория межнационального согласия, мы никому не дадим шансов ситуацию в Крыму расшатать. Это подтверждают и цифры. Федеральная целевая программа по развитию Крыма, принятая правительством России, предусматривает более 10 миллиардов рублей на вопросы, связанные с обустройством репрессированных народов. Здесь заложено строительство жилья, инженерной инфраструктуры в местах компактного проживания и целый ряд социальных проектов. Эдуард Здоров, Андрей Трещук. Время новостей. Цветы, пожелания и песни в канун 8 марта прекрасная половина человечества принимала поздравления от первых лиц республики. Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел в Государственном академическом музыкальном театре. О лучшем в своих профессиях и за выдающиеся заслуги вручили дипломы, знаки отличия и именные часы. К поздравлениям присоединилась наша съемочная группа. Лидия Николаевна преодолела десятки километров, чтобы быть на этом празднике. Она приехала из Первомайского района. Там работает в детском садике. Женщина считает, что полученная награда – заслуга всего коллектива. У нас было 38, в настоящее время 16 человек. Уменьшилось немножко детей у нас. Но мы все усилия прилагаем, чтобы процветал наш детский сад, был самым таким интересным содержать, чтобы дети шли в детский сад как домой. Наши женщины с легкостью доказывают, им подвластны любые профессии. Галина Александровна посвятила 45 лет своей жизни работе в военно-промышленном комплексе. И о своем выборе, рассказывает она, ни разу не пожалела. Мы одни из первых, у нас наша часть принимала участие в Крымской весне. И мы обороняли всю Феодосию и Восточный Крым. И поэтому очень приятно было среди приглашенных здесь быть. Политика, бизнес, наука, здравоохранение, социальная сфера, спорт. Они успешны в различных сферах. А еще на хрупких женских плечах лежит особая миссия. Именно женщины обеспечивают связь поколений, сохранение культурной, духовной, нравственной традиции. На Руси издревле женщина воплощала собой не только исток жизни, продолжительность урода, но и такие святые понятия, как Родина и Отчизна. Именно мать воспитывала детей патриотами, верными защитниками, благословляла мужчин на разные подвиги.
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, немаловажную роль женщины сыграли и в переломный момент для полуострова. В период Крымской весны они не только обеспечивали надежный тыл, но и готовы были с оружием в руках встать на защиту республики. Трудится прекрасная половина человечества и в крымском правительстве. По подсчетам, в Совмине 30% от его состава – женщины. Даже лучше, чем мужчины справляются. Женщины у нас более надежные, более терпеливые, усидчивые, более системные. Поэтому мы желаем нашим женщинам, всем крымчанкам, матерям, женам, сестрам, дочерям здоровья, удачи. И знайте, что мы у вас есть, мы вас защитим, никогда в обиду не дадим. Вы нам нужны. А мы, конечно, все делаем для вас, для наших женщин. Поэтому с праздником вас, будьте здоровы, любви вам, удачи, всего самого наилучшего. А вот в Госсовете представители прекрасной половины человечества еще больше. Спикер Владимир Константинов рассказал, чувствует женское обаяние, нежность каждый день и буквально везде. Наши женщины, они самые замечательные. Вот сегодня утром поздравлял женщин в Совете Министров, приемные меня поцеловали и оставили здесь помаду. И каждая следующая начала говорить, вы же смотрите, сотрите. Так что все в порядке у нас с женщинами, счастья, здоровья им, любви. И я думаю, нам за них не будет стыдно, а самое главное, чтобы им за нас не было стыдно. Орден за верность долгу, медаль за защиту Республики Крым, за доблестный труд, а также отличительный знак часы от главы Республики Крым. В этот день многие женщины получили заслуженные награды, грамоты и благодарности от первых лиц. По окончанию торжественной части для всех присутствующих крымские исполнители подготовили музыкальные подарки. Ольга Савенко, Александр Чукалов, «Время новостей». Летчики Черноморского флота сегодня отмечают свой профессиональный праздник. На аэродроме Черноморского флота Саки провели шествие с боевым знаменем, учебные вылеты и демонстрацию военной техники. Новинки парка морской авиации видели наши журналисты. Празднуя свое 95-летие, морская авиация Черноморского флота на аэродроме в Новофедоровке продемонстрировала свою боевую технику. Тут можно увидеть специальный самолет-тренажер для летчиков дальней авиации на базе гражданского Ту-134, фронтовой бомбардировщик Су-24, вертолет Ми-8 и не только. Это многофункциональный истребитель Су-30СМ. Он предназначен для поражения воздушных целей. Самолет оборудован скорострельной пушечной установкой калибра 30 мм. Естественно, это далеко не все его достоинства. Летательный аппарат от и до изучил заслуженный летчик-испытатель России Сергей Богдан. Небо – его второй дом, ведь в воздухе пилот провел более 5000 часов и опробовал более полусотни различных видов боевых машин. Су-30СМ его искренне впечатлил. Боевые возможности этого комплекса очень высокие. Самолет многофункциональный, выполняет ударные функции и истребительные функции. Локатор великолепный, выполняет пуски всех современных видов управляемого оружия. Стоит отметить, что в связи со стратегией развития отечественных вооруженных сил, эта модель самолета заменит аппараты старого поколения Су-24. На данном этапе мы успешно начали осваивать летный состав. Большая часть летного состава уже на него переучена, практически процентов, наверное, 90. Процентов 70 уже мы научили молодых летчиков летать на этих самолетах. Все, кто служит в авиационных частях, гордятся своим призванием, ведь каждый вылет – это невероятный риск. Одно неправильное движение штурвала может стоить жизни. Бывает такое, что с управлением не справляются даже опытнейшие летчики-испытатели. Яркий тому пример – смерть пилота морской авиации Черноморского флота Тимура Пакидзе. Многие люди, молодежи знают его как мужчины с большой буквы. Он очень большое время провел в небе, летая на различных самолетах. Не знаю, с каких начинал, знаю, что Су-27, МиГ-29. Сегодня, в день рождения героя, его почтили минутой молчания и возложили цветы к памятнику. Вертолет над бюстом героя дал воинский салют. Дмитрий Попов, Александр Смычек, «Время новостей», Сакский район. С праздником весны поздравили героя социалистического труда, жительницу Красногвардейского района. Зоя Яковлевна Лопатина в этом году отметит 85 лет. 32 года она проработала дояркой, никогда не любила выходных и отпусков. Трудолюбивая пенсионерка считает себя очень богатой. У нее трое детей, четверо внуков и двое правнуков. Сейчас Зоя Яковлевна общается с молодежью и дает им только один главный совет. Какой, знает Анастасия Солейник. Этот дом самый известный в Красногвардейском районе. Здесь живет герой социалистического труда Зоя Яковлевна Лопатина. Родилась она в Курской области, окончила всего три класса и в 43-м пошла на общие работы в колхоз. В годы войны ей пришлось тяжело, жили в постоянном страхе. А нам пришлось, колоски собирала, сено косила,
носила вязанки, кормила скот. А полицаев грабили нас, еще тянули. В 52-м Зоя Яковлевна переехала в Крым. Стала дояркой, с непривычки руки болели так, что плакала ночами. И подоить нужно было не одно животное, а 20. И так 3 раза каждый день. Группы постоянно увеличивались. 25 коров, 30, потом 60. Если доярка 4 бетона надоить, а я 12. Ручную? Я больше доила ручную. Аппараты стояли в области. У ручную коровы больше молока даешь. Уходить на выходные и в отпуск Зоя Яковлевна не любила. Не хотела оставлять своих коров. Знала, что так как она, за ними ухаживать никто не будет. Ее упорный труд был вознагражден. В 73-м году, как лучшая доярка, она была представлена к званию Героя социалистического труда. Сейчас, уже на заслуженной пенсии, Зоя Яковлевна часто общается с молодежью и дает им всего один, но самый главный совет. Чтоб работали. С наступающим 8 марта трудолюбивую пенсионерку поздравили власть имущие. В Красногвардейском районе Зоя Яковлевна – единственный герой социалистического труда. А когда-то их было 10. Именно на таких примерах мы должны воспитывать нашу молодежь. Да. Только тогда у нас вырастет нормальное здоровое поколение, только тогда у нас будет здоровое общество с нормальными моральными устоями. И только тогда мы сможем решить совместно все те задачи, которые сегодня стоят по развитию нашего любимого Крыма. На вопрос, чем помочь, пенсионерка попросила только об одном. Крыша дома давно течет, нужно починить. Первый вице-премьер пообещал, проблему без внимания не оставит. Анастасия Соленик, Александр Тигнередно, Время новостей, Красногвардейский район. Без живительной влаги жители села Золотое Поле уже давно привыкли запасаться водой надолго. Для сельчан проблема с ее подачей не новость. Перебой в Кировском районе существует уже не первый год. Вот только месяц назад проблема обострилась. Тогда вода в трубах исчезла совсем. Как обстоит ситуация сейчас, выясняла наш корреспондент Екатерина Наумова. Эта машина долгое время была единственным источником воды для людей во всем селе. За один только раз она привозила около 6 кубических метров воды и в течение дня делала по нескольку ходок. Для жителей этих нескольких трехэтажек она до сих пор жизненно необходима. У нас один наболевший вопрос. Вот это вода. Так. У нас здесь все трубы здесь прогнили. Их надо все полностью менять. У нас, что вымыло посуду, я выливаю в отдельное ведро. Потом пригодится для туалета. И так все, не только я. Именно так за счет привозной воды жили в течение месяца все люди в поселке. Проблема возникла много лет назад. Вода в село подавалась всего из одной скважины. Но предприятие, которое ранее отвечало за ее состояние, со своей работой не справлялось. К тому же уже ставшие древними водопроводные трубы стали очень хрупкими. Тогда и был обнаружен первый порыв, который месяц назад лишил водоснабжения первые дома. Ими стали пятиэтажки. Ситуация усугублялась тем, что в районе этого порыва проходила еще и канализация. То есть была вероятность большая попадания канализации в систему питьевого водоснабжения. Поэтому было принято решение остановить подачу воды, которая пыталась туда как-то подаваться. Вот. И с этого момента, значит, мы начали устранять данную неисправность. Скважину перекрыли, трубы поменяли, воду сдали на проверку чистоты. Но после повторного запуска вначале отказался работать насос, а после обнаружился еще больший порыв. В этот раз заменить придется около 30 метров сгнившей трубы. Сейчас руководство поселка и района делает все, чтобы изменить ситуацию. Для устранения перебоев подачи воды рядом со старой скважиной появилась еще одна. Последние несколько дней были ее тестовые запуски. Сейчас планируют включить полностью. И это не единственный источник воды. В Золотом Поле есть еще одна скважина, которая была построена еще в советские времена. Но спустя несколько десятков лет ее забросили. Сейчас она вполне функционирует. Достаточно только установить и подключить насосы. Если эту скважину переоформят, то в поселок будет подаваться еще большее количество воды. В целом проделанная работа уже дала свои весомые результаты. Единственные дома, в которые вода из-за порыва не подается вообще, это несколько трехэтажек. В остальных же зданиях соблюдается график. Согласно законодательству, вода через день будет поставляться для частного сектора. В многоквартирных домах пятиэтажных сейчас вода подается по графику с 5 утра до 10 утра и с 17:00 до 22:00. Не забыли и о социально важных объектах. Это в Золотом Поле детский сад, больница и школа. Вот видите, водичка течет. Вода давно уже с перебоями у нас есть. Но вот сейчас буквально 2-3 дня
вода пошла. Конечно, все скважины, за счет которых жители получают воду, это лишь временные меры. Ведь засушливое время года воды все равно будет недостаточно. К тому же и подаваться она будет по графикам. Для того, чтобы жители забыли об этой проблеме навсегда, руководство района разработало целый проект по восстановлению водовода из Субашского источника. Что сделано на сегодняшний момент? Мы у Министерства экологии получили лицензию на бурение скважины. Занимаемся сейчас бурением скважины, проектированием бурением скважины. Получили лимит 3000 кубов для Кировского района. И будем проектировать вот эти подводящие водоводы, в том числе и для Золотого поля. Конечно, на завершение этого проекта потребуется не один год, но когда он будет реализован, о перебоях с подачей воды забудут не только жители Золотого поля, но и еще 20 сел и поселков Кировского района. Екатерина Наумова, Алексей Романов, «Время новостей», Кировский район. В Евпатории за 4 года собираются восстановить разрушенную грязелечебницу Майнаки. Этот санаторий существовал и развивался еще с царских времен. Его история насчитывает более 120 лет. Но после передачи Крыма Украине его полностью разрушили. Тем не менее, Западному Крыму даже сейчас есть что предложить в сфере природной медицины. Какие объекты удалось спасти уже в России, узнавала Дарья Скобеева. Грязелечебница Майнаки имеет сегодня мировую известность и стоит в одном ряду с самыми престижными бальнеологическими учреждениями. Это редкие кадры советского фильма о евпаторийской грязи лечебницы Майнаки. Правда, история санатория начинается задолго до 1990 года. Открылся он еще при Российской империи. Тогда чудодейственность грязи озера Майнаки оценил сам Николай II. Пройти процедуры там могли только состоятельные люди. Плата за лечение приравнивалась среднему годовому жалованию рабочего. Развитие евпаторийского грязелечения остановилось в Великую Отечественную. Майнаки захватили фашисты. Правда, санаторий не тронули. Напротив, целительную грязь грузовиками вывозили в Европу. Понимали ее ценность. После войны лечебницу восстановили и, как прежде, начали отпускать по 6 тысяч процедур в день. Надежды у советских властей на Майнаки возлагались немалые. Но этим ожиданиям не суждено было сбыться. Если фашистскую оккупацию грязелечебница все же пережила и даже возобновила свою работу в советские годы, то при Украине была полностью разрушена. После ряда безуспешных попыток продать Майнаки в 2011 году украинские власти закрывают санаторий, а оставшееся оборудование оставляют гнить прямо в разрушенных зданиях. А то, что было в более-менее пригодном состоянии, продали по дешевке. Во многих корпусах за годы упадка провалилась крыша, а процедурные облюбовали бомжи. Теперь уже в российском Крыму грязелечебницу хотят восстановить полностью. Включили грязелечебницу Майнаки в список приоритетных проектов. Она включена, согласована. На сегодняшний день законтрактованы проектные организации. Собрана большая рабочая группа, в которую вошли проектировщики, наука, дизайнеры, медицина. Проект почти готов, даже ориентировочные сроки реализации озвучены. В течение 4 лет привести Майнаки в порядок. А вот Сакский санаторий имени Пирогова, к счастью, полностью восстанавливать не пришлось. При Украине прежнему руководству удалось хотя бы сохранить его. А в наши дни учреждение наконец-таки вышло из застоя. Теперь санаторий соответствует 24 из 26 существующих норм Минздрава России. Благодаря формуле «Климат, природные богатства, инновации» пациенты избавляются от болезней, в лечении которых традиционная медицина иногда бессильна. Применяется одна из инновационных технологий – это гравитационная нейромышечная активация при помощи аппарата Экзарта, которая позволяет при проведении процедур восстанавливать оптимальную работу всех суставов, включая суставы позвоночника. Помимо комплексного лечения с помощью современных тренажеров, здесь по-прежнему уделяют большое внимание грязелечению. Благодаря этой терапии санаторий вообще когда-то возник и впоследствии стал популярен. Лечебные грязи выкачивают вот из этих хранилищ. Сюда их привозят из Сакского озера грузовиками. Затем в этом контейнере их перемешивают и насосами отправляют в санаторий. Интересно, что лечение именно этим крымским природным материалом в 7 раз эффективнее знаменитых грязей Мертвого моря. И в 95% случаев приводит к полному выздоровлению пациента. Те проблемы, которые связаны с опорно-двигательным аппаратом, с органами дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной и так далее, при данной процедуре оказывается лечебное воздействие. То есть это комплексное, многофакторное воздействие на организм человека. Всего за 2 года здесь добились национального признания. В общероссийском профильном конкурсе санаторий признали лучшим в природной и инновационной медицине. Формула успеха – ежедневный труд плюс поддержка государства. Здравницы, которые находятся в федеральной собственности, проходят не просто единожды модернизацию, а постоянно находятся
находится в этом процессе. И это вселяет надежду на то, что курорт Крыма, он будет конкурентоспособный, он будет очень востребован. Благодаря развитию санатория имени Пирогова и других здравниц Западного Крыма, туристы все чаще выбирают для отдыха именно этот район полуострова. Только за последний год в Сакской здравнице прошли лечение порядка 12 тысяч человек. А благодаря восстановлению разрушенной грязелечебницы Майнаки, Западный Крым обещает стать настоящей фабрикой здоровья России. Дарья Скобеева, Роман Ананьев, время новостей. Она не сдалась и стремительно шла к своей мечте. Именно так исполнила желание девочки, приехавшей на полуостров из Донецкой области. Маленькая Алина Зыкова написала письмо президенту России с просьбой подарить ей собаку. Уже сегодня по поручению Владимира Путина питомец породы чихуахуа стал частью семьи Зыковых. Подробнее об этой истории в сюжете Эвелины Белошапко. Маленькая Алина Зыкова давно мечтала завести себе четверолапого друга. Однако ее родители на такое приобретение никак не решались. Причин для этого у них было много, самая веская – не хватало денег. Еще в раннем детстве у Алины обнаружили почечную недостаточность. Теперь большая часть бюджета семьи уходит на лечение девочки. Мечта эта зародилась у нее уже давно, очень давно, но мы никак не могли себе позволить взять собачку. Во-первых, это большая ответственность, маленькая собачка. Во-вторых, то, что собачку она хотела, она как бы цене была дороговато. И мы как бы так все потом, да потом. 2 года назад из-за происходящего на Украине семья Зыковых была вынуждена покинуть родной Донбасс. К тому же здоровье маленькой Алины требовало другого климата. По причине болезни почек у девочки начала развиваться обструктивная аллергия. Семья решила переехать в Севастополь. Несмотря на все преграды, мечты о собаке девочку не покидали. Алина всячески продолжала идти к своей цели. Узнав о том, что президент России дарит детям собак, в письме обратилась к нему с просьбой превратить ее мечту в реальность. Посмотрела по телевизору передачу, что Владимир Владимирович Путин деткам дарит собачки. Она сказала, я напишу письмо, вы не хотите мне подарить президент. Ну, мы как-то, знаете, честно, пиши, попробуй. И она написала письмо. Писала письмо и очень волновалась. Думала, не получится, призналась маленькая Алина. Я была уверена, что он может подарить, если дойдет письмо. А как ты это письмо писала? Вообще собралась с мыслями. Ну, волновалась. Да, она села, написала свое мнение. Мы даже как-то не проверяем. И лишь спустя время семье Зыковых позвонили из правительства Севастополя. Сообщили о том, что Владимир Путин поручил передать лично в руки Алине Зыковой собаку породы чихуахуа. Конечно, мы сразу же согласились все на эту собачку, потому что счастье ребенка для нас тоже это самое главное, наверное, прежде всего и счастье наше. Пес по кличке Янтарный Гарри имеет родословную и все шансы на участие в выставках. Руководитель кинологического клуба передала Алине документы на собаку и членский билет Российского кинологического клуба. В свою очередь девочка пообещала, своего питомца будет воспитывать сама, не обременяя своих родителей. А еще у нее теперь есть все основания верить в чудеса. Эвелина Белошапко, время новостей, Севастополь. И на этом все. Увидимся в следующем выпуске. Не переключайтесь. Узнавайте новости первыми вместе с нами. До встречи.